Пап, а почему мы каждое утро едим бутерброд с колбасой? Потому что бутерброды – это такая вещь, которую очень трудно пересолить. Правда, Маша? Я не специально. Пап, вот ты ешь с таким аппетитом. Между прочим, одна из твоих дочерей сегодня дома не ночевала. Галина Сергеевна, я тебе полностью доверяю. Ночуй где хочешь. Ну при чем тут я? Это Даша. Даша? Я в курсе. Даша ночевала у ящерицы. Ящерица – это Дашина подружка. Двоюродная сестра Черепа. Они всю ночь должны готовиться к контрольной. Начинается. Ну, кто там с утра? Секретарша. Да, Тамара? Уже на работе? Отметьте этот день в календаре красным. Собаке нужно к ветеринару? Ну, пусть пойдет. Сама не найдет? Ну, хорошо. Вы же говорили, что собака у вас очень умная. Хорошо. Все, пап, мы ушли. Да, Тамара странная женщина. Не могла в выходные отвезти собаку к ветеринару. Обязательно надо в рабочий день. А вдруг клиент придет? Сергей Алексеевич, а может, я могу чем-то помочь? А? В смысле? Ну, я не знаю. Чем обычно занимается ваша секретарша? Что делают обычно секретарши? Кофе, чай. Кофе, чай. Кофе, чай. И все? Нет. В конце каждого месяца требует повышения зарплаты. Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И хоккеист уже нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается. Слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-пам, его папины дочки. Сергей Алексеевич, я пойду. Во-первых, здравствуйте, Тамара. Здрасте, я пойду. Сначала объясните Оксане, что надо делать. Сергей Алексеевич, откуда я могу знать, что нужно делать Оксане? Забыл предупредить, она вас сегодня заменит. Так что проведите инструктаж. Помните, что я вам говорил в первый день? А, конечно, помню, это невозможно забыть. В игры на компьютере не играть, журналы в рабочее время не читать. Прекрасно. Значит так, пасьянская ссылка на диске С в папке «Распоряжение Минздрава». В папке «Архив 2006 года. Весь Космополитен за целый год». Все, я пошла. Забыла самое главное. Будет звонить Володя, передайте ему, что он кобель. Сержант, я ж тебя наш район отправлял патрулировать. А не преисподнюю. Ладно. Докладывай. Значит так. Полчаса назад, напротив ночного клуба «Питон», произошла массовая драка. В результате оперативных действий мной были задержаны вот эти трое. Самые буйные, что ли? Нет, самые медленные. Остальные убежали. И с кем они подрались? С панками. Че, сами с собой, что ли? Мы не панки, мы готы. Они у нас еще и говорящие. Ладно, сержант, свободен, я с ними сам как-нибудь разберусь. Хоть я и не панк. Ну что, будем знакомиться, готы? Капитан Рулькин. А вы кто? Я Череп. Череп? Череп. А если у Черепа документы, которые доказывают, что он действительно Череп? Есть. Вот. Так. Череп, значит, у нас Черепахин Василий Аркадьевич. Да. Ага. Ну вот, уже и протокол составлять не стыдно. Ну, а вы кто? Паук.
Паук. Кто бы сомневался? Я-то понимаю, что фамилия ваша Пауков. Это хорошо, что у вас хорошее настроение. Весело сидеть будет. Так, да. А, наливай-ка. Федор Иванович. Федор Иванович, у вас такая фамилия хорошая, такая мужская фамилия. Наливай-ка. А что паук-то? Мух не любит? Он дурацких шуток не любит. А это кто у нас такая маленькая агрессивная, а? Сейчас попробую догадаться. Наверное, енот. Я не енот, я тарантул. Тарантул? А, ну, извините, немножко ошибся. А если у тарантула паспорт? Нет у меня паспорта. Нету? Это что ж теперь, в Москве тарантулам паспорта не выдают? Безобразие! Разберемся! И вот пока я буду разбираться, тарантул у нас посидит в террариуме. Ну, а вы, Василий Аркадьевич и Федор Иванович, свободны. Вам сахара сколько? Я без сахара пью. Спасибо. Алло? Да? Да. Дарья Васнецова, моя дочь. Где находится? Да-да-да, я сейчас еду. Сейчас. Оксана, мне надо ехать. Я скоро буду, наверное. Пожалуйста. Спасибо. Да, если появится Антонов, скажите ему... Что он кобель, да, я знаю. Да, и пусть дождется меня. Да. Даша Васнецова у вас? Таранус. Ох, значит, у вас. Кого у нас утром только не было. И череп, и паук, и тарантул. Я познакомился со всем животным миром нашего района. Она не животное, она моя дочь. А Паша тарантул, что вы так кричите? Я, блин, из-за вас опять третьим пришел. А вы хоть знаете, где был ваш тарантул всю ночь? Да, конечно, знаю. Она готовилась к контрольной. По зоологии. В ночном клубе питон? Какой питон? Она у ящерицы была. Действительно, контрольная по зоологии. Бабочка! Дашуня! Дашечка! Дашунечка, как же ты похудела? Боже мой, осунулась, деточка. Она же не совершеннолетняя. Вы не имеете права. Открывайте клетку. Папа тебя спасет, Даша! Да. Открывайте! Будьте ключи! Сейчас. Будет, все сейчас будет, сейчас. Все будет, ну, все. Дашенька, мы скоро увидимся, да, чуть-чуть потерпи, да. Пожалуйста. Пожалуйста, потерпи, да, чуть, деточка моя. Все, сейчас, сейчас. Что вы делаете? Что вы делаете? Дашунечка, все будет хорошо. Поздравляю! С чем? С тем, что вы вместе. Блин, ну нельзя не орать, здесь люди спят. Мужчина, ну сколько можно ходить? По моим подсчетам, вы могли бы уже добраться до Воронежа. По моим подсчетам, вы пролистали уже половину библиотеки имени Ленина. А что вы такой нервный? Вы же пришли... к психотерапевту. Девушка, ну а вы-то что сидите, а? У этого Васнецова С.А. есть секретарша или нет? Вам нужна его секретарша? Ах. Я могу дать вам ее номер телефона. А хотите, мы позвоним Сергею Алексеевичу на мобильный? Гениально. Ну что, улыбаемся? Может, вам еще и номер сказать? Алло. Сергей Алексеевич? А как дела? Когда я освобожусь, ну, я бы сам хотел бы это знать. Оксана, продержитесь еще минут 10. Я что-нибудь придумаю. Ух. Пап, готовишь побег, как граф Монте-Кристо?
Да. Только сейчас позвоню еще маркизу Антонову. Алло, Антонов, привет. Тут такое дело. У меня в кабинете Оксана. Да причем здесь вперед? Слушай, я пока не на свободе, не на работе, ну, в местах не столь отдаленных от работы. Оксана сегодня вместо Тамары. Слушай, у нее там много клиентов. Спустись, пожалуйста, помоги. Что тебе, мобильный, что ли? Как договорились. Пожалуйста. Ладно. Слушай, у меня сейчас батарея сядет. Здесь я решаю, кто сядет, а кто не сядет. Понял? Или вот еще один анекдот. Рублевка. И там, представляете? Всем здравствуйте. Через минуту начинаем прием. Да, кстати, вам повезло. Первый в очереди проходит вне очереди. Каламбур. Ну да, кстати, я забыл представиться. Доктор Антонов. А так это я по матери Антонов, а по отцу я все-таки Веснецов. Всего на пару часов. Все понятно? Нет. Откройте-ка рот. Ну, в смысле, я говорю, рассказывайте. Доктор, у меня проблема с женой. Так это же прекрасно. Вы знаете, как говорил мой один друг, стоматолог, жена как зуб, все не есть, а завтра. Нет. Так что с женой? Понимаете, доктор, я ухожу на работу, так. Жена спит. Я прихожу с работы, жена спит. Так. А я вот не понял, это вы много работаете или жена так много спит? Я действительно пашу круглые сутки, металлом торгую, а это, знаете, тяжелая работа. Конечно, намного легче, например, торговать нефтью или газом. Но все равно нужно к этому относиться проще. Чаще улыбаться. Чаще улыбаться? Конечно. А вы когда-нибудь пробовали торговать металлом? Запомните, даже если торгуешь металлом, нужно уметь торговать своим лицом. Вот у вас же прекрасная улыбка, наверное. Вот улыбнитесь. Вот. Я бы, например, с удовольствием купил у такого человека металл. Вы серьезно? Ну, не прямо сейчас. Да, действительно, доктор, вы в чем-то правы. Конечно. Мой главный конкурент постоянно на всех рекламных плакатах улыбается. Ух, аж противно. Вот, его нужно чаще улыбаться. Вот. Ну, чтобы ваша улыбка была менее противной. Ну, я имею в виду, как у вашего конкурента. Да, кстати, нужно подлечить зубки. Вот я отсюда вижу, что у вас кариес нижней шестерки, и отпилить надо. А вы можете порекомендовать хорошего стоматолога? Конечно. Себя. Так вы же психотерапевт. Так это я по отцу психотерапевт, а по матери-то я стоматолог. Так что приходите завтра. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Так, а что насчет жены? Приводите. Кариес сегодня у всех. Даша, в кого ты такая пошла? Когда ты в следующий раз будешь говорить мне, что идешь готовиться к контрольной по зоологии, я буду знать, что ты идешь в ночной клуб. Хорошо, тогда в следующий раз я буду готовиться к контрольной по химии. Какая ты умная. А ты знаешь, кто в 82-м году победил на районной олимпиаде по этой самой химии? Кто? Серега Веснецов? Мы еще тогда так нажрались по этому поводу, что загремели в милицию. Ну вот, видишь, люди помнят. Даша! Мы повторим еще не раз. Мой самый лучший в мире класс. Мы не забудем никогда такой родной 10-й. Серега! Валерка! Да не, Колян! Колян! Садись, рассказывай. Как же ты вообще? Ты пропал. Не появляешься, не звонишь, не заходишь. Ты че вообще? Ну вот, зашел. Зашел, ну рассказывай тогда, какими судьбами. Ну как, дочь у меня здесь, пришел забрать. Дочь? Да, дочечка. Ну ты молодец, вся в отца. Только у него хайер был.
О! О! Подлиннее! О! Нет, ты меня с кем-то путаешь. Слушай, эй, а у тебя что, Игорь-то нет, что ли, вообще? Нет. Не понимаю, зачем люди такие телефоны покупают? А, забирай. Тебе, кстати, там какая-то Антонина Семеновна звонила, я сказал, что вы у нас. Чего она? Чего она? Сказала, что этим все и должно было закончиться. Здравствуйте, доктор. Нет, так некрасиво. Лучше врач и лучше здравствуй. Здравствуй, врач. Врач, ты же врач. Как ты думаешь, какая у меня проблема? Ну, наверное, вы мало улыбаетесь, да? Я? А какая тогда у вас проблема? Врач, понимаешь, я изменяю своему мужу. Так это же прекрасно. Не совсем. Понимаешь, я изменяю ему только во сне. Тоже неплохо. А можно вас на секундочку? Вот сюда, пожалуйста, присядьте. Ножки. Отлично. А вот если можно, сейчас поподробнее. Поподробнее? Врач, а я не могу поподробнее. Мы же с тобой еще не знакомы. Хорошо. Так, а может, мы познакомимся поближе? Алло. Нет, это не Тамара. А кто говорит? Володя, очень хорошо, что вы позвонили. Вы понимаете, дело в том, что Тамара, она пошла к ветеринару со своей собакой, а вам просила передать, что вы кобель. Не за что. А может быть, ей что-то передать? Я постараюсь. Да, до свидания. Больше клиентов нет? Очень хорошо, а то мне с этой клиенткой еще работать и работать. Помочь? Нет, спасибо. Папа, это правда, что у тебя хайер был длиннее, чем у меня? Даша, мы с тобой договорились, не хайер, а патлы. И, во-вторых, больше ни слова о моем прошлом. Пап, просто твое прошлое так похоже на мое настоящее. А этот твой Колян такой прикольный. Я бы хотела, чтобы у меня был такой парень. Судя по твоему образу жизни, все к этому идет. Пап, ну ты же сам говорил, надо все в жизни попробовать. Даша, я про еду говорил, а не про милицию. Значит так, о том, что ты услышала про меня сегодня, девочкам ни слова. Это будет наш маленький секрет. Договорились? Папа, а можно мне за этот маленький секрет ты дашь маленькую 1000 рублей? Договорились? Ладно, договорились. Так, уголовнички. Не успели, как говорится, откинуться, как уже о чем-то договорились. Между прочим, если бы не мой знакомый генерал, как у вас говорится, на зоне, век вам воли не видать. Антонина Семеновна, спасибо вам, конечно, и вашему генералу за то, что вы так... Бабушка, а что это за генерал такой? О, он в молодости ухаживал за мной. Тогда он был еще молоденьким лейтенантиком. А сейчас генерал? Да, генерал. И, между прочим, мог бы стать твоим дедушкой. Тогда б точно не стал генералом. Вот такие пироги. Кстати, пап, я с утра ничего не ела. Не я, мы. Что придумаем сейчас? Что? Привет. Сергей Алексеевич, вы уже дома? А где вы были так долго? Папа с Дашей сидели в тюрьме.
Зачем? Когда я была маленькая, я тоже боялась сидеть одна. Ну ладно, ладно, Оксана, я вам потом все объясню. Вы лучше расскажите, как у вас дела, как прошел первый рабочий день. Мне понравилось. А кому-нибудь еще, кроме вас, понравилось? Конечно. Одна клиентка вышла от Антонова со словами: это было великолепно. Между прочим, Антонов просил вам передать, чтобы вы завтра вышли на работу вместо него. Извините, это приемная доктора Васнецова? Да. А вы кто? Как кто? Я его секретарь. Но у него другой секретарь. Какой другой? 10 лет здесь уже работаю, а такой бред слышу первый раз. Здравствуйте, вы ко мне? Это доктор Васнецов. Алло? Алло? Привет. Помнишь, я рассказывала тебе про случай с психотерапевтом? Так вот, это тоже был